оружие дагестанцев ценилось уже много веков назад. Будучи искусными оружейниками, они делали не просто надежные клинки, а настоящее произведение искусства. Подтверждение тому являются кизлярские ножи. Оружейное производство поражает своими масштабами и размерами. Нам удалось увидеть все технологические этапы и окунуться в необычную атмосферу, где невзрачные кусочки металла благодаря мастерству оружейников превращаются в настоящее произведение искусства. Все начинается с изготовления заготовок из металла. Они вырезаются из цельного стального листа. Из одного такого пласта можно вырезать довольно-таки много ножей. На этом же станке выбивают заготовки для серийных дамасских ножей из кованых пластин. На данном участке происходит вырубка клинка при помощи штампа. Усилие при этом 160 тонн. Одним из важных этапов изготовления клинков является термическая обработка. Эту задачу решает муфельная печь, в которой под воздействием огромной температуры закаливают заготовки. Очень важно, что после закалки здесь не практикуют остужение закаленных клинков в воде или в масле, как делали это в традиционной кузне. Достаточно охладить их при комнатной температуре. Вот мы сейчас видим с вами процесс термообработки. То есть мастер наш достает металл, уже раскаленный из печи, вот, и металл набирает уже конечную твердость. Раньше полировка изделий была очень трудоемким ручным процессом. Теперь с этой задачей справляются специальные машины. Здесь заготовки ножей приобретают глянцевый блеск. Благодаря сильной вибрации керамическим элементам происходит процесс полировки. Можете видеть результаты этой полировки, то есть зеркало. Это кованый нож, мы оставляем элемент ковки, чтобы люди видели, что это не просто из листа. Пожалуй, самой интересной частью является художественная мастерская. Здесь встречаются авторские ножи, изготовленные заслуженными художниками-ювелирами международного и российского уровня. А на клинках из дамасской стали вырисовывается неповторимый узор. Рукояти ножей выполняются из дорогих пород дерева и серебра. Черный агат-камень, серебро, это циркония у нас. Ну, с таких заготовок и делаем согласно эскизу. Размеры все оттуда берется. Как закалялась сталь? Многие помнят название этой известной книги из детства. Закаленные кизлярские клинки знают об этом процессе не понаслышке. Современные технологии в сочетании с вековыми традициями дагестанских мастеров-оружейников сделали ножи из кизляра брендом мирового уровня, достойно представляющим Дагестан на всех континентах. А надписью «Кизляр», сделанного в России, по праву можно гордиться. В нашей номенклатуре насчитывается более 500 разновидностей со всеми модификациями. Мы выпускаем как ножи для кухни, так и для туризма, для охоты. Есть и холодное оружие. И, кстати говоря, мы одно из немногих предприятий в России, которые получили лицензию на производство холодного оружия. Нас знают как в России, так и за рубежом, потому что мы поставляем свои изделия в Штаты, в Европу, в Китай. Кизлярские ножи – это не просто словесный бренд, а зарегистрированная торговая марка. Каждому ножу прилагается сертификат соответствия с голограммой, поэтому остерегайтесь подделок. Помимо того, что мы клеим голограмму на каждый клинок, также мы комплектуем каждое наше изделие гарантийным талоном. И хочу сказать, что гарантия на наши ножи пожизненная. То есть, если вдруг какой-то брак возникает в процессе эксплуатации, всякое бывает, да, мы безвозмездно производим замену или ремонт. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ «Кизляр».